С папой собираем горку. Так, что там у нас по инструкции дальше? Так, по инструкции мы должны низ прикрепить. Шаг номер 2. Сейчас его прикрепим. Ребенка вообще радостно такая. Да ребенку нет терпения уже. Да, непростое это дело собирать горку. Помогает, ой. Вероничке, не надо пока не садись. Сейчас потерпи, все. Да. Да, вот еще тут детали. Мама. Так, сейчас упадешь, Вероника. Вот горка, да. Мы ее протерли тряпочкой, горка, она чистая. Да, ребенок ждет, не дождется, когда будет готова горка. Папа, ищи. Да, молодец, правильно. Папа сейчас их поставит, да. Видишь, там надо что-то еще крутить. Где она стоит? Что? Вот, да. Все, защелкнулась эта штука. Ну, видишь, как тяжело защелкивать. Здесь нас самолично будет вставлять. А то разойдется. Да. Похоже уже на горку-то. Горка? Да, надо лестницу защелкнуть и свергать штуки. Горка, горка, сейчас будешь кататься скоро. Подожди. Сейчас мы... Так, уже настоящая. Да. Вообще! Слышь, появились очертания горки, все. Так было непонятно. Слушай, высокая, мне казалось, она ниже, а так она, в общем, в принципе, не такая маленькая. Да. Да. Да, целая горка. Так, ручки. Площадки закрыты, все закрыто, приходится всю эту площадку дома делать. И полквартиры займет эта горка. Да. О, конечно. Помогаешь ты, господи, ты боже мой. Я не пойму, как вот это сюда. Так, ну ты посмотри на картину. Там просто написано, что стоит и все. Значит... Так ты особо так на горку-то. Тут все понятно. Не знаю, сколько раз мы будем на ней кататься, слышишь? Сейчас соберем, и потом будет пыль протирать. Так, а еще ремень еще сюда. А у тебя, да, на низ, чтобы она не разъезжалась. И вот еще внизу. Да, что это? Что? Ножку ударил на ножку. Ой, давай погладим ножку. Давай. Пластмассовое чудо готово. Папа, да? Да. Ну вот, осталось только ремешком, чтобы не разъезжалось, и все. Сколько мы, я тут снимаю? 4 минуты, ну вот. Да. Так, а теперь осталось понять, куда это ремень вкручивать. А что, нету инструкции? Нет, инструкции, кстати, нету. А, ну вот одну дырочку я нашел вот здесь. Ну вот. А вторая вот здесь, все, нашли. Вот. Осталось только одеть скользящие колготки, а иначе не скатится. Опасно. Ура! Ура! Я думаю, да. Так скатится. Нет, горка. Сейчас все тебе горку сделаем. Проверяешь, да? Да, да, на прочность. До 30 килограмм горка. Поэтому, не знаю. Горка стоит 2800 рублей. Да, самый дешевый. И причем на нее, по-моему, акция была, да? 20%, по-моему, со скидкой. Так, еще 2 самолетика сюда вкрутим. Ничего себе. Для крепости. И все. Ой-ой-ой. Она весит, вес всей этой горки 5 килограмм. Ну, достаточно так все плотко и вроде как крепко сделано. Ну, на взрослого так. Не рассчитано, конечно, для ребенка. Не, ну, понятно, все, а саморезы все, да? Да, всего 4 самореза.
Готово! Чудо-пластмасса готова. Не кока. Так, ну ты что, он от нас отвернул? Полкомнаты заняло, да. Давай, Са, давай. Мам себе купил, что ли? Давай. О, она, ее надо на этот, на ковер, она катается. Ну давай, ты видишь ножки лестницы? Давай. Ну поднимайся. Давай, давай. Давай закинь ее вначале просто. Чтобы мы полчаса. Нет. Пап, катайся. Я говорю, она не катается, надо колготки одевать. Все, колготочки надо одевать. Все, я поняла. И этот. Ребенок не унывает. Их ни разу ничего не смущает. Давай. Не, ну давай сама. Ну что? Ну держись. Давай, ну поднимайся. Давай. Ну, маленькая техническая заминка. Ну все, давайте пойдете погулять, потом придете быть на горке кататься. Ей надо на ковер, конечно, она так. Мам. И либо во что-то, ну, упери, чтобы она не каталась. А упрешь залазить, ну точно на ковер, конечно. Мама. А, ну что, мама там? А что, мама там? Что? Что еще? Посадить тебя? Угу. Замечательно, штуку мы взяли, чтобы ребенок катался. То есть я ее буду сажать, да? Давай. Ну, надо, говорю, колготки. Можно не колготки, можно шортики одеть. Да, чтобы... да, да. Шортики. Иди да. Сюда. Сейчас мы с тобой штанишки оденем скользящие. Мам, а кто? Да. Горка. Горка, горка, да. Да, столкнулись, авария здесь у нас. Да, ай-яй-яй, да. О, колеса столкнулись, да. Боиги. Да, вот, вот так вот поправим. Авария, да. Давай. Давай так вот поправим, я тебе помогу вот так влево. Колесочка-то уже поехала. Изобретатель. Ой, как вы светится, да? Ну так не роняй, так упадет он, Рянечка. Давай, ставь его на место. Так, сейчас я машину завожу с бустера и еду в Toyota Center. Для того, чтобы проверить электрику машины. Почему-то аккумулятор быстро разряжается. Нужно понять причину, почему. Диагностика стоит 2500 рублей. С первой попытки не удалось завести. Сейчас подождем и заново заведем. Попробуем. Машину продиагностировали. С электрикой все нормально. Необходимо покупать новый аккумулятор. Я возвращаюсь домой. Папа, эй, дай. Давай, давай. Скатывайся. На этом выпуск заканчивается. Всем пока-пока. Еще давай.